В Австралии сильнейшее наводнение за последние полвека. Больше всего пострадал один из густонаселенных штатов страны – Новый Южный Уэльс. Больше 18 тысяч человек эвакуированы. Но, по мнению метеорологов, опасность еще впереди. Наводнение не достигло своего пика. Восточное побережье Австралии во власти мощного наводнения. Больше 18 тысяч человек эвакуированы. Поток воды в отдельных районах настолько сильный, что срывает дома вместе с фундаментом. Подобного наводнения в регионе не наблюдалось с 60-х годов прошлого века. Австралия в центре мощного наводнения. Большинство пострадавших – жители штата Новый Южный Уэльс. В зоне риска находится юго-восток страны. С резким подъемом уровня воды столкнулись и в Квинсленде. Мы ожидаем ухудшения ситуации, потому что дожди будут идти еще несколько дней. В штате Новый Южный Уэльс проживает свыше 8 миллионов человек. При худшем сценарии развития событий от наводнения могут пострадать больше 54 тысяч человек. Мы все сейчас оказались в беде, стараемся поддерживать друг друга. Друзья, соседи, все держимся вместе. Думаю, мы выстоим. Уровень воды, скорее всего, будет очень высокий, поэтому мы решили, что нам лучше уехать отсюда. Наши дети помогли нам с переездом. На северо-западе Сиднея спасатели вынесли из затопленного дома 20 собак. Животных не успели вывести эвакуированные хозяева. За помощью в транспортировке питомцев они обратились к спасателям. Сейчас собаки в безопасности. Индира Тикжанова, Василий Абдыкалыкова, Хабар 24.